Другой, не менее актуальный вопрос на повестке дня – подготовка к отопительному сезону. Все объекты теплоснабжения по графику должны быть готовы к 1 октября. Подготовлены более 14,5 тысяч жилых домов, почти 5 тысяч объектов соцсферы. Кроме того, в Саратове идет подготовка водопроводных, канализационных и тепловых сетей. Это особая тема для областного центра. Плановый ремонт своих магистралей Волжская ТГК начала еще летом. Из-за этого пришлось перекрыть улицу Соколовую, проспект Энтузиастов, а также ряд второстепенных улиц. Сроки открытия тепловики постоянно переносили. Соколовую улицу с опозданием сроков открыли, вместе с тем закрыв для движения транспорта еще несколько улиц. Надеюсь, что эта бурная, но затянувшаяся деятельность вот-вот завершится и не повлияет на график вхождения в отопительный сезон. Также рекомендую впредь формировать более сбалансированный график ремонтных работ, чтобы минимизировать доставляемые гражданам неудобства. Надо организовать работы день и ночь. Я убедительно вас просил бы.